Всем привет, друзья! Сегодня я решил вам показать проект, который позволит зарабатывать биткоины на полном автомате на компьютере либо на телефоне. То есть, если интересно, смотрим. Проект называется CryptoTab Browser. Ссылки будут в описании, в закрепленном комментарии. Качайте, устанавливайте, попадайте вот в такой вот браузер. Что нас интересует? Нас интересует вот эта кнопочка C. То есть она вот выглядит как ну, значок, да, ярлык. Нажимаем и попадаем на панель управления. Здесь самое главное, что вам надо будет сделать, это включить скорость добычи. То есть вот она от максимальной идет до средней. Я пока снимаю видео, выставлю на среднюю, потому что на максимальной компьютер чуть-чуть подтормаживает. И вот в данный момент на средней скорости у меня добыча вот 3000, ну 100 там, грубо говоря, да, хэшей в секунду. То есть чем больше, тем, ну то есть чем больше я поставлю, тем выше будет скорость добычи. То есть если вы ложитесь спать или идете на работу, то вы можете выставлять на максимум и уходить, если вам компьютер не нужен. Вот добыча идет здесь на полном автомате, то есть ничего вам делать не надо. Вы просто включили скорость, да, грубо говоря, и ушли. Вот так выглядит то, сколько вы уже заработали. Здесь есть курсы биткоина, то есть можете сразу смотреть. Единственное, что могу сказать, что вот эти вот тонкие цифры, они вообще не считаются. То есть это показатель для более слабых компьютеров, что что-то здесь еще происходит. То есть от жирных цифр начинаете считать ваши сатоши. То есть на данный момент у меня 15886 сатошиков. Вывод идет здесь от 1000 сатош, но советую накопить 10 тысяч сатош, потому что многие кошельки 1000 сатош не принимают. И они у вас просто сгорят. Поэтому копите 10 тысяч сатошиков и выводите их, к примеру, на PR кошелек. Там как раз вот 10 тысяч сатош они принимают. То есть ссылку тоже на PR кошелек я оставлю в описании. Вот и все, таким макаром вы просто можете добывать на компьютере сатошики. С телефонами, там iOS и Android все немножко сложнее. То есть сам этот CryptoTab стоит $2.39, но если вы его купите, то он у вас окупится примерно там за 3 недели, если вы будете постоянно добывать вот эти вот, ну, сатошики. У меня, к примеру, Samsung M31, у него скорость, по-моему, 1600 вот этих вот хэшей в час. То есть он спокойно там майнит, и главное его просто не забывать включать. Он в фоновом режиме, не садит батарею, ничего. То есть как бы тоже советую, если хотите увеличить ваш доход, то вы можете добывать и на компьютере, и на телефоне. Плюс вы можете подвязать телефон брата, мамы, там, жены, кого угодно. То есть вот таким планом здесь добываются вот эти сатоши. Потом вы их вводите на кошелек. К примеру, на примере Payeer вы прям там можете и поменять его на рубли, на доллары, куда вам будет угодно. Вот. Плюс тут есть еще реферальная система, то есть чем больше вы приглашаете друзей, тем больше вы зарабатываете. Реферальная система 10-уровневая, то есть больше приглашаете людей, тем больше вы будете зарабатывать денег, и это будет вниз аж на 10 уровней. Поэтому здесь очень много можно заработать на реферальной системе, и мне это очень нравится. Вывод. Вот жмете вот сюда вот, вывести биткоин. Вводите ваш кошелек, вводите сумму, капчу и жмете вывод средств. То есть, ну я сейчас ничего не вел, капчу не прошел, поэтому вывода нету. То есть сейчас я вам покажу, что я выводил уже отсюда. Вот получается, я 1000 сатошиков вывел отсюда. То есть вывод работает, все в этом плане отлично. И давайте переходить к итогам. Итак, что мы имеем в итоге? Заработку я поставил 5, потому что от вас ничего не требуется. Включить браузер и уйти спать или на работу, и деньги будут вам капать. Выводу я поставил 3, потому что надо накопить 10 тысяч сатош и только тогда их выводить. Конечно, вы можете копить 1000 сатош и выводить их по 1000, если у вас есть кошелек, который принимает 1000 сатош. В любом другом случае советую вам накопить 10 тысяч и только тогда их выводить.
сложность четверка, потому что, ну, все-таки надо скачать этот браузер, надо его установить, поэтому я поставил 4. Партнерка поставил 5 баллов, потому что аж 10 уровней. Это вау, это круто, это вот реально крутая партнерка. Вот из-за нее хочется приглашать людей, чтобы они работали, работали, и все мы получали огромные деньги. И я ввел новую такую подрубрику, которая не будет влиять на оценку, но просто чтобы сразу было понятно, да, по, не знаю, чек-листу, да, что мы от этого сайта имеем. Заработок на телефоне, то есть он есть, да, он немножко такой с вложениями, но он все-таки есть. И что в итоге мы получаем? 4.25, это хороший результат, это пассивный заработок, и это классный браузер, который работает на Chrome, то есть, ну, на движке Chrome, и, то есть вы можете его полностью использовать как Google. Все, ребята, вот такой вот сайт. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, потому что у меня что-то уже видео стреляют, а 14 подписчиков, как-то странно это все. Ну а так в целом, все, ребята, будем прощаться, всем удачи, пока-пока.